Всем привет, ребят, с вами Санка Плюс. Сегодня я поиграю в одну игру. Если вот вам она понравится, я вам дам, если что, в описании ссылку на скачку. А сейчас давайте начнем поиграем. До таких вот уровней дошло, давайте начнем лучше с первого уровня. Так. Вот такие ловушки есть. Очень давно я в нее играл, где-то 2 или 1 год назад, очень давно не заходил, или как вспомнил, ребят, про эту игру. Кстати, тут появились вертолетики, вот посмотрите какие-то, с них еще прыгать нельзя, вот видите, ладно. Ну это легкотня, первый уровень, естественно, это всегда легко. Второй то же самое будет, только чуть-чуть посложнее чуть-чуть. Мы в горах уже. Так. Угу. Самое интересное то, что я не помню здесь уровни. Мне кажется, они изменились чуть-чуть даже. Ну вот это реально, докажите. А, вы же не... Ну, кто играл в эту игру, может вспомнить. Так. Кстати, по Майнкрафту роликов давно не будет. Может и будет, не будет, я не знаю. Просто у меня версия сломана. Ну, так скажем, Майнкрафт у меня сломался. Мне там, короче, в меню захожу, и там просто пустой экран. Я вообще не понимаю, мне что, Майнкрафт сломался. Если не верите, я видео сниму. Ну, у меня, короче, майн сломался, поэтому не могу выпустить видео. Пока что держусь на анимациях, но вот это еще буду держаться. Если я на каком-то месте сейчас не знаком, то это просто техничные чоколадки. Так, тут 2 такие уже ловушки. Уже ускорение у меня идет. Так. 2 камешка. Ну, это все легко. Потом дальше еще сложнее и сложнее будет. Вот, уже 15. Уже что-то будет сложное. Почти кажется. Ой. Поспешила. Где я поспешила? А, вот здесь я проиграл точно. Точно, я случайно на прошлый уровень зашел. Обращайте внимание на это, ребят. Просто не знаю, не запомнил, на каком уровне остановился. Так, вот здесь камешек, здесь. Удивительно, тут опять же 12. Пока, ребят, я вижу только 2 локации, это лес и гора. Может, еще какие-нибудь локации они придумают? Интересно. Я слабо стал прыгать, заметили? Замедленно еще что-то. Так. Все. Теперь вот сюда. Давай, давай. О, вот это экстремно было. Это уже 7-й, да? Это уже 7-й. Все, дай мне приставку. Лазер опять. Это место я помню. Где-то помню. Ну, где сейчас там с платформой проходил. Так, все. Не, вот, ребята, если что, можно вот так просто сделать. Все.
комнаты, и там закрытый выход. Блин. Да что это такое? Дерево просто проиграл. Ну все, ну все. Кстати, если получится, сегодня может новая серия Пандирома выйдет. Хотя, может, и вряд ли, не знаю. Все может быть. Так. Точно я уже что-то. Ой, она не берет туда. Так, десятый уже. Да что это такое? Малейшее касание и все. Не помню.